Всем привет, с вами Леон, и мы продолжаем играть в GTA. Так, Джимми звонит. Папа, я на нашей яхте еду по западному шоссе, ее украли. Яхту украли. Я пытался ее продать, знает, ты не хотел с ней расстаться, но мне понадобились деньги. И они больше не хотят ее покупать, они просто забирают ее пройтись в рубке. Побухал, короче. Это что, машина, что ли? Ничего себе. Ну что, погнали, друзья. Надо вернуть нашу яхту. Ох ты, тут даже заборчик сам выезжает. Первый урок, не вздумай заводить детей. Чувак, если... Я думаю, не думаю, что у меня были бы дети. Так, так, так. Ух ты, гонять-то как. Ой, ой. Погнали. Где яхта? Ее, походу, сейчас угонят. Слушайте, стоп, а тут есть же крыша, да? Крыша откидывающая нету, что ли? А, это просто кабриолет. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Самое удивительное, что на стиках... не на стиках, а на клавишах L2 и R2 на консолях можно управлять, допустим... скоростью. Вот, допустим, я легко нажимаю, и она едет медленно. А когда нажимаю полностью клавишу, она вот начинает гнать. Это очень круто. Слушайте, классная графика, на самом деле. Солнечно, красиво, прорисовано. Это моя яхта. Погнали. Ну давайте, подвезите Франклина. Я думаю, потом будем играть за Франклина. А если колес просто лететь у грузовика? Нихера себе план. Нихера себе он. Ой, 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 ой. Черт. Ух, боже. Давай, есть. Нажмите, чтобы включить кинематографичную камеру. Да, жесть. Погнали. У нас машина дымится, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, они нас зажмут сейчас. Да, стрелять тут вообще неудобно, на самом деле. Мы остановили, нет? Эх. Папа, стоп! Ты этот мужик? Это долгая история. Джимми! О боже, боже, боже. Черт, это вообще классная миссия. Это же надо было придумать. Быстрее, 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 гони! Как говно упал.
still seaworthy. Так, что там у нас? Надо было по колесам попадать. Ой, ой. Так, а дальше-то что, куда? Нам нужно яхту вернуть. Да, прикольная миссия вот эта. Хотя все миссии классные. Что, у нас мотор полетел? Так, тут неподалеку есть автомастерская. Да, и кое-как едет. Моя яхта. Да прекрати, послушай, да, я облажался, брать не буду. Ну да, я здесь реально обосрался, но... Черт, папа, я чуть концы не отдал. А у тебя, кроме этой яхты, ничего не волнует? Нет, не в этом дело. Мы только и думаем, что на друг друга орем. Неудивительно, что я не могу найти работу. Но все равно я хотел произвести на тебя впечатление. Продав мою яхту каким-то бандитам? Я понимаю, что это был глупо, ты прав, но ведь ты же целым днем в облаках витаешь. То ругаешься. Слушай, я люблю тебя, Джимми, но ты редкий раздолбай. А моя яхта только что скрылась за горизонтом. Пока что я вижу в этом... Франклин, сделаешь мне одолжение, отвезешь моего сына домой, когда они починят тачку. И хочу немного побиться башкой об асфальт в тишине. Да, машина уже не едет. Мне как нужно быстрее такси. А, он уже звонит. Это аэропорт. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. Ему нравилось смотреть. The marina, sit on the dock, pour myself a drink. Ну что, погнали? Ой, ой, ой. Блин, а? Задание провалено, боже, ну. Чуть-чуть бы еще до песочка. Не долетели. Ну, точнее, перелетели чуточку. Надо было... Легче было. А, не так гнать, короче. О! Что там? Кристал. Номер Кристал. Забавно. Ладно, друзья, ну что ж, мы доедем, думаю, попробуем еще раз сигануть с моста. Думаю, не упадем мы. Опа. А я вот не увидел, куда яхта-то упала. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, could you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the roof. Надо вот в эту сторону. Oh, great! Leave me with the home invader. Вот! Успех! I'll get it done, dog. No problem. Dad! All right. Enough. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after us. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure? Ну все, сработало. I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude.
Вы можете вызвать такси, нажав на правую кнопку мыши. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Вас приветствует Лос Сантос Кастомс. Но только денег-то у нас не так много. Хотя, может, сейчас будет бесплатно все? Ну, мало ли. Прикрасьте, чтобы скрыться от полиции. Ну да. Мы берем тачку или что? Франклин, я все еще мечтаю вытащить тебя на гонку. Хочу узнать, реально ли ты водил или нет. Ого. А денег-то у нас сколько? 3000? А, мы играем якобы за Франклина. Двигатель, может, покруче. Нет. Где это? Спойлер есть. Прикольно, тут есть спойлеры, есть вот турмонаддув. 16 000, боже. Давайте бампер какой-нибудь поменяем. Двигатель какой-нибудь. Не на так много улучшим. Глушители сделаем покруче. Капот какой-нибудь. О, да, карбоновый. Клаксон. О, клоунский. Фары. Не, ксен, ладно, номера. Кристалл, окраска. Ну-ка, давайте посмотрим, как он будет красить такой. А, то есть вот он красит только не все, короче. Оранжевый нужно. Хотя... Не знаю, почему у тебя к оранжевому. Или вот давайте желтый. Мама никогда не фанатела от красного. Ладно, все, дополнительный цвет. Ну давайте вот такой винно-красный. А что тут еще у нас есть? Пороги есть даже. О, да. Круто. Только денег у нас нет на пороги, по-моему. Все, вот наша тачка. Да. Ну крутая. Слушайте, однако. Ну, тачка как была, так и осталась, в принципе, у нас. Джизл, кличка Джизл. Я думаю, Джим подойдет, кореш. I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's... That's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, careful, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. Говорит, он что, никогда не работал и не пытался устроиться. Не про что это дело? Дни улетают, помню. Ты, кстати, в Rage Slout не играешь? После первых двух нет. Окей. Вот так вот. Сын его пытался куда-то устроиться, точнее, не пытался даже найти работу. Клаксон. Все, приехали. Together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or
Or we could just like chop it, you know? Затусим, поиграем в Dash, смажем по маленькой. В стрип-клуб. Dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Надо сбрить exactly, эту бороду, man. Как нечем смотрится. Ты мне как сводный брат. Так, ну играем теперь за нашего. То есть появился новый контакт, Майкл. Так, ну давай же, сохраняйся. Так, новый... Йоу, Франкенштейн, я тебя добавил. Так, давайте посмотрим, что он там прислал нам. Я тебя добавил в LifeHander, принимай приглашение, пиши, когда ходишь, брател. Когда ходишь, мы затусим, пакета. Че тут, машина классная, да? Симон звонит. Послушай, ты мне был как сын, сотрудник месяца. За что мне это все? У нас что-то вроде Ягуара и Астина Мартина. Ого, вон, смотрите, какая стоит тачка. Вот. Фига себе. Тюнингованная вся. На Мерседес похоже. О-о-о! Гонит она. Я вообще хотел постричься. Быстрей. О боже, что тут? Ограбление, что ли, парикмахерской? Блин, как неожиданно. Блин, они уехали. Давай быстрей. Ну... У нас супер быстрая тачка. Че, мы взяли, да, все? Ой, черт, суки. Ну, короче, нам либо теперь вернуть эти все деньги, 2000, либо нет. Но я думаю, все же вернем. О, подождите, вон стоит какая-то тоже классная. О, это же этот... Как его зовут-то? Блин, в третьей части была самая быстрая машина. Сейчас нам скажут название. Да, Банши. Да, то, что нужно. Охрененная игра. Блин, вот эти всякие разные ситуации, которые подбрашивает нам, подкидывает игра, это вообще здорово. Слушайте, играй, не надоедай пока что. Держи, тёлка, деньги. Да вы просто герой. Боб Мури. Просто тиран. Чё, давайте заглянем. Пришёл постричься, блядь.
Так, давайте куда-нибудь направимся. А хотя, как же тут зануда? Можешь взять тот бейгер, что мы угнали? Оставил у твоей тети. Ламар, блин. Собака. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом завершим данную серию. В следующей серии мы обязательно продолжим. Игра очень шикарная. Я вам... Ой, блин, что-то там промчалось. Давайте поймаем, посмотрим, что это было. Что-то похоже на Porsche.